Конечно, Казанский университет старинный университет, ну, тоже современный. Так что это интересное такое, с богатой историей, но все-таки сегодня более чем 40 тысяч студентов. Хочется, чтобы будет больше обменов студентов между странами. Тоже можно сказать, между Финляндией и Татарстаном. Уже есть программы, но можно побольше это сделать. Я уже говорил об этом немножко. Так что есть особенно связи с университетом города Лапперанта. Ну, у нас хорошие университеты, так что можно предполагать, что есть перспективы для обмена